When we take up the mission, we must succeed or die. Это очередной выпуск City Mix, и мы его постоянные ведущие. В этот раз мы подготовили для вас кое-что новенькое, уже не терпится показать. Открываем соцсети, ищем City Mix, подписываемся и смотрим предыдущие выпуски. Но для начала подкрепим слова действиями и покажем мини-анонсик этой программы. В этом выпуске узнаем, что из себя представляет работа бровиста. Класс, они такие прикольные, хочется их съесть. Эскиз уже готов, можете посмотреть в зеркало, как вам. В рубрике «В тренде» покажем, на что можно потратить 1000 Зеленского. Новая рубрика «Лайфхак», где мы обсуждаем полезные советы из интернета. Тот участок, который мы посыпали. Это работает! И в рубрике «Эрудит» проведем стресс-тест жителей нашего города, задавая каверзные вопросы. Ну, конечно, у вас вопросы. Привет, бабуля. Вы, наверное, балуетесь, или вам нечем заняться? Интересные вопросы. Никакой политики и вакцинации. Мне вот как парню всегда было интересно, куда вы, девушки, пропадаете на полдня, говоря, что уходите на бровки. А вот сейчас ты и узнаешь, как нам обходятся эти процедуры. Всем привет! Это рубрика «Спец». Сегодня денечек будет тяжелым. С самого утра я уже зарегистрировала себе ФОП, а далее иду на обучающие курсы для бровиста. Это все будет сделано за кадром, для того, чтобы не тянуть ваше время. Поэтому приступаем к просмотру моего первого рабочего дня бровистом. Здравствуйте, я по записи. Здравствуйте, проходите, я вас уже жду. Какие бровки вы бы хотели, пожелания? Мне бы хотелось более натуральные, естественные, не широкие. По вашей форме брови, по волоскам, или можно немножко выйти за волосы, за контур? Немножечко совсем. Хорошо, давайте начнем. Первый этап у нас очищение. Сейчас я замешаю краску, и мы с вами поработаем над коррекцией. Возможно, есть какие-то нежелательные волоски. Класс, они такие прикольные, хочется их съесть. Воск быстро застывает, поэтому мы можем уже снимать и продолжать дальше нашу процедуру. Эскиз уже готов. Можете посмотреть в зеркало, как вам. Отлично. Хорошо, тогда можем смело наносить краску. Можно уже смывать. Вы же хотели более натуральный эффект? Да, конечно. Это Color Fix. Зафиксируем цвет, чтобы вы проносили дольше краситель на бровках. И завершающий этап. Мы сейчас уложим ваши бровки воском, и я подправлю вам макияж консилером.
Очень красиво, спасибо. Спасибо, мне приятно. Хотелось бы еще сделать фотографию для моего инстаграма. Вы не против? Конечно. Можно я вам денежку скину на карту? Если... Да, давайте прямо сейчас. Получится? Да, конечно. Да, деньги пришли, все супер. Спасибо большое. Можно записаться на следующий раз? Конечно, давайте я вас запишу. А теперь подведем итоги рабочего дня и, конечно же, вынесем плюсы и минусы этой работы. Из плюсов я могу сказать, что вы знакомитесь, общаетесь с людьми. Также вы сам себе начальник. Еще повышение квалификации, обучение абсолютно в любое время. А вот из минусов – ненормированный рабочий график. Клиенты могут объявиться в любое время, а ваша зарплата как раз-таки от них и зависит. Поэтому в ваших интересах принять или отклонить запрос на процедуру. Эта работа стоячая, поэтому появляются профессиональные болезни, боли в спине, в ногах. На этом рубрика «Спец» заканчивается, и мы переходим к следующей. Я в своей жизни видел всякое, но никогда не пойму, для чего сначала вырывать брови и потом же их красить. Правильно, ты так и не понял. Это нужно для того, чтобы выделить контур и подчеркнуть мимику и форму лица. Пока она рассказывает о человеческом бытии, я предлагаю посмотреть, на что можно потратить 1000 от нашего президента. Thank you.
Твори добро, и оно к тебе вернется. Ой, Вэй, я так и смотрю, это может быть прибыльным делом. Да, ты неисправим. Думаешь только о деньгах. Что ж, давай покажем нашим зрителям, что можно делать полезные вещи и без этих бумажек. Это новая рубрика, которую мы назвали «Лайфхаки». Здесь мы будем обозревать полезные советы, которые нашли на просторах интернета. И нет, это не будет на уровне «Как построить дом из бутылок», а такое более приземленное, которое понадобится в повседневной жизни. В интернете мы вычитали, что во Львове для посыпки дорог вместо привычных для нас песка, жужжалки, реагентов с солью используют кофейную гущу, либо по-простому жмых. Нас очень заинтриговала данная новость, так как из-за песка и этих реагентов бывают очень неприятные ситуации. Помимо вот такой вот грязи на улице, эти реагенты вредны также для днищ автомобилей, для нашей с вами обуви и для животных, которые обитают на улице. А вот кофейная гуща как раз-таки не так вредна для окружающей среды и имеет довольно-таки приятный запах. Сейчас мы планируем пройтись по местным кофейням, чтобы узнать, готовы ли они раздавать кофейную гущу бесплатно для посыпки дорог. Мы зашли в первую кофейню, и главный нас интересующий вопрос – это куда они девают кофейную гущу? Скажите, пожалуйста, вот вся отработанная кофейная гуща с ваших автоматов, куда вы ее деваете? Часть просто выбрасывается, а часть больше забирается на использование для того, чтобы делать скрабы для тела, для лица. То есть для личных целей? Да. То есть она в основном не полностью уходит, да? Да. Довольно-таки неплохой вариант. А как вы думаете, если применять использованную кофейную гущу на улицах вместо песка, это хорошая идея? Если она выполняет функцию, чтобы люди не подскальзывались и не падали, то да. И вот пока мы снимали, нашлось еще одно применение использованной кофейной гущи. Как оказалось, это любимый деликатес голубей. В первой кофейне мы узнали, что в основном они просто-напросто выбрасывают этот жмых, хотя могли использовать для посыпки дорог. Сейчас мы зайдем в еще одну кофейню, узнаем у них, куда девают они этот использованный жмых, и попробуем попросить, чтобы они с нами поделились им. Якось вот так вот, там чуть-чуть сипануть. Угу. А вообще, ну, вы выбрасываете его, да? Да. А во Львове, вот, например, его используют как посыпочный материал вместо песка. И так даже будет лучше для экологии и для животных. Я понял, крышечка у меня. Ладно, спасибо вам. Вот есть участок, где практически не посыпано, а есть вот участок, который мы посыпали. И, соответственно, он менее скользкий. Это работает! Какой вывод мы можем сделать? В нашем городе кофейную гущу как посыпочный материал не воспринимают всерьез. Его либо выбрасывают, либо используют для личных нужд. Могу вам только посоветовать начать посыпать улицы города именно кофейной гущей, так как это будет полезно как для вашей обуви, так и для ваших питомцев. Это уже не говоря о том, что химические реагенты портят кузова ваших автомобилей, а вот кофейная гуща напротив никак не влияет на металл и, соответственно, более экологично. Весной, когда снег и лед растает, все эти реагенты и песок никуда не денутся. И, соответственно, они только загрязняют экологию и улицы нашего города. А вот как раз-таки кофейную гущу можно будет смести и использовать в качестве удобрения.
коммунальные службы, возьмите на вооружение. Наши местные кофейни этот жмых просто выбрасывают. А при должном помещении для хранения можно было бы накапливать этот жмых в течение года, и зимы как раз бы хватило на посыпку тротуаров. Так, в принципе, с этим разобрались, но куда делся твой эрудит? Ну как это, куда он делся? Пока ты кормил голубей кофе, я, естественно, проверила людей на стрессоустойчивость. Какое отчество у президента Украины? Когда в этом году в Украине отмечается 8 марта? Ответы на эти и на другие вопросы вы узнаете прямо сейчас. Сколько месяцев в высокосном году? 12. А, в высокосном? Ну да. Уверен? 4. Высокосном. Что пару поставили? 12. А почему тогда вообще вопрос этот возник? Я не знаю, ну потому что 29 декабря аж... Через февраля выскакивает один раз в 4 года, правильно же? 12, но только на один день больше. 12. Уверены? Да. Почему тогда вообще есть разница между высокосным и невысокосным? В днях отличия. Месяцев? В высокосном году? Да. В каждом году 12 месяцев. 12. 12. Ой, 366. 360. А мне что, покажут по телевизору? Конечно, покажут. А, привет, бабуля. Сколько месяцев в высокосном году? Сколько месяцев в высокосном году? Серьезно, 12 месяцев. Продолжите фразу. Лучшие друзья девушек – это… Бриллианты. А, бриллианты, правильно. Это, не знаю, может, косметика? Сумочка, женская сумочка. Бриллианты. Бриллианты. Это друзья однозначно. Не бриллианты. Настоящие друзья, живые. Интересные вопросы. Никакой политики и вакцинации. Ну какая жизнь у пенсионерки? Продолжите фразу. Лучшие друзья девушек это... Не знаю. При повороте на 360 градусов. В какую сторону вы будете смотреть? В ту же, что я смотрел. В ту же самую. Прямо. Куда смотрели? Это влево. Ну, я в ту же... Это ж круг. Круг полный. Вы, наверное, балуетесь, если вам нечем заняться. Парочку вопросов задать интересных. Извините, на электричку уже... Я опаздываю очень сильно. Это не для нас. А можно вам пару вопросиков задать? Мужчина, здравствуйте. Можно вам парочку вопросов задать? Не надо. Не надо. Какой бизнес прибыльнее, кофейня или аптека? Аптека. Почему? Ну, потому что сейчас все болеют. Аптека однозначно. Аптеки прибыльней. Люди хотят быть здоровыми, они будут тратить деньги. Кофе пьют не все. Наверное, аптека. Аптека, да. Почему? Потому что лекарства сейчас такие дорогие, наверное. Ну, просто. Просто сейчас более заболевание идет и больше лекарств покупают. Да. Кофейня. Почему? Мне кажется, так. На данный момент, ну, на данном этапе, я думаю, что кофейня, потому что хоть их и много в городе, ну... А чего больше, кофейня или аптека? Аптека, безусловно. Ну, сейчас во время коронавируса, да, аптеки, конечно. А так вообще... Когда в этом году отмечается 8 марта? Ну, я не буду отвечать. Вы глупости спрашиваете. 8 марта. Когда у твоей жены 8 марта, да? 8 марта. По-моему, его не отмечают, его отменили, не? Отменили? По-моему. А в прошлом году? Я не знаю, я отмечала, мне по барабану было. 8 марта. А в прошлом году когда? 8 марта. 8 марта? Вы вообще не знаете, что ответить даже. Предположения есть какие-то? Нет. А в прошлом году когда отмечался этот праздник? Он отмечался? Ну, 8 марта. А что это вообще за праздник? Женский день. Не знаю. 7-го, по-моему. Какого? Ну, 8 марта или 8 марта? 8 марта. 8 марта. 8 марта. 8 марта. Ну, думаю, 8 будет. Вы знаете отчество Зеленского? Александрович. Нет. Владимирович. Не помню, честно. Александрович, по-моему. Александрович, по-моему. Отчество Зеленского. Все. Ну, побачили, телебачили. Знаешь, на что я обратил внимание?
на то, что многие люди просто убегали и не хотели говорить на камеру. Да, это постоянная проблема. Как вы могли заметить, рубрика «Эрудит» снималась не один день. В любую погоду, снег, дождь, я все равно всегда рада с вами пообщаться. Надеюсь, вы в следующий раз не будете прятаться и убегать от микрофона. А на этом наш выпуск подходит к концу. Вот наши социальные сети. Делитесь с друзьями, и, возможно, в следующем выпуске вы увидите себя на экране. Кстати, следующий выпуск будет на тематику Дня влюбленных. Поэтому не забывайте нас. Пока.